Площадь Славы 23 февраля для Данила Евстифеева стала местом встречи с сослуживцами. Все они участники специальной военной операции. Добровольцами поехали защищать Отечество. Это, во-первых, день памяти всех бойцов, которые погибли, не вернулись, которые служат. То есть такие праздники позволяют людям не забывать о том, что есть парни, которые стоят на защите Родины, нашего Отечества. Цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине несли ветераны спецподразделений, кадровые офицеры, участники общественных патриотических организаций. В их рядах были первые лица области и города, глава Самары Елена Лапушкина. Здесь все вместе, те, кто служили раньше, те, кто служит сейчас. И, безусловно, сегодня наш народ, наша страна показала полное единство в борьбе с врагами внешними, которые создавали угрозу для нашего государства. Для кого-то, кто пришел на площадь Славы, 23 февраля – это День защитника Отечества. Кто-то по-прежнему называет его днем рождения Советской армии и военно-морского флота. Надо такие мероприятия проводить, помнить о нашей истории. Вот, потому что там, что бы кто ни говорил в наше время, но в 1918 году кто-то остановил немцев у Пскова и Нарвы, да? Потом в 1941 году не пустили немцев в Ленинград. Это была Красная армия. Завершилась церемония возложения цветов минутой молчания и салютом. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.